3-2-1, это Колчак позвонит в шоумской повестке. Значит, смотрите, Юрий Николаевич Федотов, это, как у нас, мы все знаем, лидер сопротивления нынешнему губернатору Омской области Буркову Александру Леонидовичу. Ну, то есть он такой, он разнообразный, он со всех сторон пытается фигачить, что-то со всех сторон придумывает. Господин Федотов подсовывает людям очередные грабли, да, вот с милым таким видом предлагает им сделать определенного рода выбор, подавая эти самые документы. Потому что сказать нечего, понимаете? Когда столичные люди лезут в какие-то провинциальные истории, которые большую часть аудитории вообще плевать. Оперативную съемку ФСБ, я бы ФСБ опубликовала, да, оперативную съемку с комментарием: начальнику МВД России по городу Омску Евгений Быков обвиняется в получении взятки в размере более, кстати, Орис, более 3,5 миллионов рублей, а появилось это самое. Были-то мысли, что могут что-то переиграть, сказать, мы ошиблись, ну, ничего не случилось. СМИ говорит: ребята, а вы вообще о чем написали? Они говорят: ну вот про это. Я говорю: окей, вы как бы написали про то, что было задержание? И говорит: нет, мы написали о том, что это было в Телеграме. Говорит: человек имеет инсайт с полицией. Значит, он либо с полицией работает, либо имеет какие-то знакомства. Ты чё, там же невозможно. Там невозможно сделать массовое фото и не попасть на надписи с «Единой России». Да. Измена. Алинка, измена. Да? Никто толком по ней ездить не будет. Я вот давеча прокатился на одном из новых трамваев, он просто весь расколошматен. Валерий Николаевич зажал мне 30 тысяч рублей судебных издержек.